Сейчас сегодня штормит. Don't pee, guys. Ну что делаешь? Сижу, медитирую. Да? Да. Типа ты крутая? В Москву хочешь? Нет. Starbucks кофе будем пить там. Нет, не хочу. А мне это нормально. Мы тут покупаться решили. Йоу, камон. Я за тобой мобил тут скину потом. Вот GoPro оставил дома, я как чувствовал, что что-то будет интересное. Вроде не холодно, да? Класс, да? Да. Я к тебе иду. Короче, на море начался ад. Нас всех прогнали. Сказали, идите лесом. Мы поднялись в гору. Идем. Вот такое сегодня волнение. Так, друзья, сегодня мы GoPro-ху не брали. И зря это сделали. На море был отличный шторм. Но, слава богу, у нас мобилы водонепроницаемые. Ну, точнее, IP68 или какой-нибудь там. Короче, капли, пофигу. Мы немножко поснимали. Вот, давайте посмотрите, какой крутой горизонт. Я сейчас слова забываю. Какие облака, мощь. Вот, вот такой там ад творится. Ну, может, кто-то и фанат, так скажем, такого отдыха. Да, это сегодня еще мало людей. Да, но сегодня это еще мало людей. Дождь. Вот, так тут вообще не протолкнуться. Как говорится, не вздохнуть, не выпустить газы. Это самое топовое заведение в Будве. Называется Ядран кафе. Beer and Bike. Так, мы с Наташей не пришли послушать рок-н-ролл. Ну, уже пора бы. Уже пора бы, да. Сколько можно. Там ходит чуви как индеец. Вот, мы сейчас будем на телекастере. А мы, пожалуй... Мы надеемся, что в стиле Motorhead. Моторхеда не будет 100%, но я думаю, что это будет более-менее. Так, седьмой день мы отбомбили, да, правильно? Седьмой? Да. Да, сегодня седьмой день. Короче, сегодня было классно. Был шторм, я покупался. Как говорил ранее, я GoPro забыл просто. Точнее, не забыл, а мне было лень ее брать. И как назло что-то интересное происходило. Вот. Но я на мобилу заснял, вы уже, скорее всего, посмотрели в этом видеоролике. Вот. Посидели мы в барчике. Вот. Сейчас идем завершать воскресное излиянием чая. Вот. Попробовали гирос, кебаб, короче, шаурма просто в толстой пите. Короче, нормально все. Посмотрите, как Наташу не загорела. Вот так вот, лайк за загар.